Друзья, сейчас мы пообщаемся с Михаилом. Что-то он тут перезаряжает, выбирает резинки новые. Михаил, доброе утро. Как рыбалочка проходит у вас? Нормально. Отлично. Сколько хвостов? Пока 3. Что-то я успел только одну заснять. Что-то очень быстро вываживаешь. Покажешь садочек, сколько рыбки у тебя? Вот такой, ребят, вов. 3 хвоста крупненькие, хорошенькие. Ну, Михаил, ни хвоста, ни чешуи. Еще попозже пообщаемся. Друзья, всем доброе утро. Сейчас мы пообщаемся с собаками. Находимся на супервипе. Еще раз утро доброе. Доброе. Как проходит рыбалочка у вас? Сегодня более-менее. Две штучки поймал до запуска на резину. После запуска пару штук не были сильны. Похвастаемся, отвлеку секунду. Сейчас вот, ребят, посмотрим улов. Вот такая рыбка у нас. 4 хвоста. Замечательно. Ну, не хвоста на чешуе, еще этот самый. Будем продолжать. Да, Николай еще подойдет, может, тоже еще поснимает.